Что ж, я думаю, что сегодня как раз тот день, когда хочется улыбнуться, так сказать, нашим красивым мамам и сказать, что вы самые очаровательные. И сегодня около меня стоит Ксения Кривкова, у которой четверо сыновей. Ну, представляете, умница, красавица, которая живет в городе Кемерово. И сегодня Ксюша поедет в Китай представлять нашу Россию на престижном конкурсе «Миссия земного шара». Ну и, конечно же, сегодня энергию свою дает одна из наших главных, первых королев – Анжелика Агурбаш. Анжелика, тебе слово прямо, знаешь, такое напутственное для Ксюши. Сегодня потрясающий день. Что можно пожелать? Просто хорошего настроения, наслаждаться процессом, наслаждаться Китаем. И, естественно, надо всю энергию русской земли вынести на сцену конкурса. А мы тебе в этом поможем. Мы тебя зарядим сегодня энергией и отправим в добрый путь в Китай. И должна вернуться ты обязательно с... победой. Обязательно с победой. Спасибо. Слушай, тебе слово. Для меня очень важно, что сегодня вы все здесь собрались. Спасибо вам огромное. Уже сейчас я чувствую эту вашу поддержку, эту вашу силу. Я думаю, вместе мы точно победим. Ну, должно так быть. Ну что, да здравствует Китай, да здравствует миссия земного шара и да здравствует наша победа. А главное, мы уже победили, потому что мы все... собрались здесь красотки, все роскошные жены, мамочки, удачные, успешные женщины. Ура!